При сердечной недостаточности сердце не в состоянии перекачивать достаточное количество крови для удовлетворения потребностей организма. Чтобы бороться с этим, организм удерживает воду и соли, таким образом увеличивая объем крови в кровотоке. Как следствие, сердце начинает биться чаще, сердечная мышца увеличивается и сердце начинает изнашиваться. Накопление избытка жидкости в организме и переутомление сердца приводит к застойной сердечной недостаточности. Характерным симптомам сердечной недостаточности относятся одышка, слабость, кашель, отечность из-за накопления избытка жидкости.